стандартную комплектацию Halo 100 входит сама машина и стол. Устройство для вышивки на головных уборах – дополнительная опция. Сначала распаковываем машину. Внутри находится крышка бобинодержателя. 5 пиалец разного размера. Инструкция. Инструкция по сборке машины. Деталировка. Две стойки бобинодержателя. Трубки, направляющие для нити. Стойки для бобин. Держатели пиалец. Сбоку также находится бордюрный стол. Следом достаем машину. Под машиной находится сумка с инструментом и устройство для намотки шпулек. Черная сумка с инструментом и устройство для намотки шпулек. Затем открываем коробку со столом. Теперь переверните коробку. Затем просто поднимаем коробку вверх. В коробке есть две задние пластины, четыре колеса, две полки, правая и левая рамы, столешница. Распаковываем устройство для вышивки на головных уборах. Подробная инструкция по процессу установки. Устройство для вышивки на головных уборах. Устройство для запяливания. Двое пялец. Центровочная пластина. Три крепежных винта.